Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео посвящено еще одному приему, который пригодится для быстрого поиска в Google. Это фильтр по цвету. В этом видео мы рассмотрим два конкретных примера. Первый случай, когда вы не знаете, какого цвета товар вам больше нравится. Четырехместный автомобиль Smart 2015 года от компании Mercedes-Benz. Набираем в поисковой строке Google Smart 4.4 2015. Далее нажимаем картинки. И появляется изображение этого автомобиля. Далее нажимаем инструменты поиска, цвет. И выбираем интересующий нас цвет. Красный, оранжевый, желтый, синий, какой вам больше нравится. После этого делаем вывод, какой же цвет нам больше нравится. Этот прием можно использовать для выбора предметов, товаров, одежды. Второй пример использования фильтра по цвету, когда вам требуется найти архивные фотографии или фотографии человека в молодости. Вводим в поисковой строке Google имя и фамилию интересующего нас человека. Затем нажимаем картинки, инструменты поиска и выбираем цвет черно-белое. Просматриваем результаты. Для поиска фотографий дополнительно можно использовать фильтр тип. Добавляем фотография. Для закрепления навыка быстрого поиска с использованием фильтра по цвету рекомендую протестировать на своих примерах. Приемы быстрого поиска в Google помогут вам сберечь ваш самый драгоценный ресурс – время.